Всем привет! А у нас зима продолжается. Что такое, Руш? А? Что такое? Да я смотрю, сколько хватит. Смотри, чтоб машина потом наша доехала. Мы сегодня уезжаем. Катрина с Денисом сегодня тоже уезжают. Потом приедут другие гости. Оставляем все в прицепе. Ага. Так как родители уже избавились от быка, тёлки, они отдают нам зерно. Надо увезти. Вот такая вот сегодня красота. Зимняя сказка. Я иду и балдею. Вот в тот магазин иду. Он здесь единственный магазин. Катрина немного представила, что она в Краснодарском крае, но у нее это не получается, и она одевает капюшон. Так что все, мы сейчас на двух машинах домой в Краснодарский край. На трех. А, да, еще прицеп на колесах. Он же на колесах, да? Да, да. Все, мы собираемся. Как говорится, снега повидали, хватит. Родители повидали. Все хорошо. Помогли. Все хорошо будет. Самое главное. Проверим, проверим. Да, да, вам надо сыном поцеловать маму, а то она там что-то забыла. Горит! Он в Краснодарский край едет, зачем ему шапка? Горит. Катрина с Денисом скоро к нам переедут. Так что мы будем все жить и поживать. Все, поехали к маме. По-моему, вы из Краснодара, где-то теплее, чем вы из Москвы. Да потому что вы из Москвы, у вас там снега дофига, блин, а у нас нету, поэтому мы мерзнем, а вы нет. Конечно, спроси меня, замерзли или нет. Все, поехали. Такую вот погоду. С прицепом. Мой крем для рук. Там лед, ему бить можно. Ой. Там лед. Мы здесь набрали кофе. Носки теплые я брала, вот и нас еще остались сухие. Сейчас не знаю, Рушана, ноги точно у тебя сухие? У меня просто насквозь. Сейчас у меня здесь немножко я буду снимать, уже у меня тапки здесь с собой. И буду переобуваться. Немножко разогреется машина. Кстати, вот школа. Ой, мамочка, или мне кажется, или нас заносит. Нет, нет. Это ты включил эту штуку? Да. Ну здорово, здесь надо, да, проехать, такая дорога, блин. Летит, да? Они же здесь так летают. А что у них за резина? Липованная. А, у нас липучка. У нас для такой дороги не подходит, да? Ну да, не совсем, у нас больше для трассы. Но больше времени по трассе едем, чем на самом деле. Будем ехать по такой дороге. Угу. Сейчас нам здесь немного, и мы выйдем уже на хорошую дорогу. Я думаю, сейчас я здесь остановлюсь, еще раз просмотрю и хочу вот эти... Чего? Бока? У меня здесь тоже он как закидало. Ой, это. А может не на той дороге? Здесь так, мне кажется, опасно остановиться. В бок только смотри, а то сейчас так съедешь туда. А, ты хочешь прям так остановиться? Ну да. Хочешь, я с этой стороны почищу? Да не, не надо. Давай, я сейчас выйду. Ты стой, я с этой. Thank you.
Там машина едет. Все, у тебя нормально? Да. А ты карточка пятерочкой? Вот поэтому у нас потом пятерка не это. Ага. Это наши едут. Березками там целое поле. А их очень-очень много, если посмотреть вперед. Время у нас без 24 и уже сумрак. Уже темнеет. В общем, такой-то реально резко как-то. Я реально думал раньше, что на Кубани очень рано темнеет, а нет. Тут еще раньше темнеет. Поэтому уже в Ульяновск. Дороги сугробы, реально сугробы. Видимо, по той стороне грейдер прошел и на центр. Просто эта маршрутка сейчас так здесь проехала мощно. Ага, да я так протерлась сперва руками. Чистота и порядок.
центр. Красно-белая, блин. Нам аптека нужна. Вот магнит. Магнит и аптека. Давай, здесь магнит. Я боюсь, не остановлюсь. Это здесь остановка. С камерой идет, с большой, с профессиональной. Вот стоит машина какая-то. Вот, вот. Мы сейчас попадем в кадр. Нас снимают. Ульяновского телевидения. Привет! Едем дальше. Чего они там будут снимать, что? Почему дороги не чистят, да? Не, какая зима пришла. Красота. Если бы нет, это не мешало. На самом деле бы... это просто сейчас, что мы здесь едем, поэтому поснимали, сказали, смотрите, к нам приехали. Если бы это движение бы не мешало, а реально ну, кидает машину. То, блин, это реально здорово и красиво, когда такая дорога. Так это, конечно, это все опасно. Так прикольно, знаешь, по такой дороге этот, на санках конница напряжена, и ты гоняешь. А так это все опасно, если честно, машины едут, а у них зад забрасывает, кидает в разные стороны. Это все опасное дело. Вроде здесь поворачиваем, да? Да, мы правы сейчас. Мы приехали в вкусную точку. Сейчас будем забирать чизбургеры. И... ну, вот где-то здесь вот находимся. Что-то там... какое-то кольцо. Вот это... какое-то, короче, кольцо. Кто отсюда тут подскажет? Матрица. А, нет, вот Королевская, Королевская. Йо, там Королевское кольцо. Точно не знаю. Вот проезжали вроде бы там, но я что-то не видела. Не обратила внимания. Там вон елочки, все везде украшено. Сейчас поедим, поедем дальше. Это, оказывается, Пушкаревское кольцо. Пушкаревское кольцо. Блин, лишь бы она не рванула. Это чья-то, нет? Смотрите, как собака лезет. Я первый раз такое вижу. Обалдеть, Руш, я туда не пойду. Не-не-не, не вздумай! Не вздумай сюда бежать. Это чья-то, скорее всего. Руш, это я в машине побуду, оказывается. Я не смогу пойти туда. Ты не боишься? Если ты боишься, давай поедем в другой магнит. А? Нет, не боюсь. Пойдем. Нет. А? Пойдем ты. Дай ключи от машины. Да поехали в другой магнит. Пойдем, а мне... нам обратно все равно здесь возвращаться. А? Ну, наверное, можно. Тем более, поехали сперва в аптеку найдем, может там магнит. Блин, столько начитано, насмотрено. Эти собаки, не дай бог, не-не-не. Вы видели, какие там волкодавы? Открой! Рушан, на меня собака. Она, смотрите, стоит, там ждет человека. Она... что она творит? Блин, жалко, не видно. Она на машину встала лапами. Рушан! Открой! Смотри, что она творит! Мужик ее выгоняет. Я первый раз такой... смотрите, какая наглая! Ты знаешь, что она сейчас сделала? Она лапами на машину вставала. Боже, только не на дорогу выбежать. Она какая такая активная, прикольная. Ну видно, что такая добрая, ласковая, но вон того волкодава я что-то побаиваюсь. Он прям я такой огромный. Привык, просто здесь постоянно. Интересно так. Смотри, 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 что делает. Она на машину. Она ему там сейчас всю машину исцарапает. Смотри, смотри, ой, не могу. Жаль, что не видно, но это... смотри, сейчас, смотри, 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 стал опять. Такая забавная, слушай, скажи. Стоит, смотрите. Ой, аккуратно уезжай, мужик. Они, видать, там два друга.
У нас здесь мы чуть-чуть проехали, здесь как раз вот она и аптека, и магазин, супермаркет какой-то. Не надо. Вот, смотрите. Вот они. Их там сколько? Три. Четыре собаки. Четыре. Бегают. Может, на заправке чем-то, либо что-то купить. У нас, короче, все лобовое. У нас все лобовое по льду. Потому что она говорит, вообще ничего не видно. Умывайка, все есть. Толку от нее мало, да. Дождь идет, представляете, и мороз. Это вообще, да. Смотрите, лед, лед, лед. Вон, все во льду. Мороз и дождик, ночь чудесный. Да, вечер чудесный. Расскажи, какая такая у тебя засада с семечками. Блин, мы хотели семечки купить, чтобы, ну, вечером не заснуть, чтобы подольше ехать, все проехать. Потому что она говорит, надо семечки взять, чтобы дольше проехать. Чтобы завтра домой вернуться, а не послезавтра. Мы, короче, в Ульяновске там... В двух магазинах были, что этот магнит вернулся, где собаки. Там их уже не было, они были на другой стороне, мы вам показали. Рушан пошел, посмотрел, говорит, они говорят, у нас даже нету этой фирмы, крутой окер. Ладно, мы едим просто ядрышками вот этими, чтобы, ну, вот пальцы не облизывать, вот это вот все, и Рушану так удобней, да и мне. Грызть не надо. Да, и Рушан такой говорит, давай, говорит, мы сейчас с Ульяновской области выйдем, говорит, время-то у нас есть, время 7 часов, за 2 часа, говорит, мы выйдем, там до 10 же работают магазины, этот магнит основной, в магнитах продается. Че вы думаете? Я не поняла. Смотрю у Рушана на табло, 8.52, как и должно быть, а у меня 21.52. Я такая не поняла, а мы заехали в Самарскую область. Я говорю, так, я не поняла, сколько время? Он говорит, да-да, в Самаре, говорит, на 2 часа вперед. Я говорю, вот это засада, реально засада. На час получается, да? Почему на час? 8.52. Ну, а там... А, на час? На час разница, да. А, ну да, на час разница, да. Уже, короче, под вечер крыша едет. Так что все засада, блин. Что-то говорит, надо придумывать, чем раньше, надо, да, будет. Катрина там едет, звонила. Что она там живет? А, она арахис ест. Катрина арахис, говорит, ем, чтобы не уснуть. Ой, блин, они бедные, только тоже где-то ближе к утру подъедут домой. Они сейчас в пробке стоят, там пробка на 4 километра. Так что посмотрим, во сколько мы доедем до дома. Карточка в пятерочке. Она везде выручает. Заезжали здесь заправка на заправку. Заправлялись. Семечки спрашивали, нету семечек. Такие грызть не хотим, руки не совсем чистые, все равно. Ничего. Орешки не очень хочется. Так, а знаете здесь газ? В какую цену? Сейчас я скажу. 19. Да, ровно 19 рублей. Это Самарская область уже. Залил, купил здесь на заправке только что. Че, может, все-таки в Сибирь переедем? Не, ну его нафиг. Не, на Кубани хорошо, меня там мои пчелки ждут, они вот летают. Да, летают, мама тоже сегодня сказала, что пчелки твои там проснулись. Так. Замерз? Сейчас. Еще это обстучу сейчас.
Ага.